Дайджест недвижимости. Новости недвижимости на волне 101.0 в студии Анна Лапшина. Здравствуйте. Еще 170 миллионов рублей намерен заработать город от продажи муниципального имущества. Торги пройдут в декабре. Их график опубликовал Департамент муниципальной собственности администрации Кирова. В последний месяц 2017-го аукционы по продаже муниципальной недвижимости пройдут трижды, уточняет портал iKirov.ru. Торги состоятся 1, 8 и 15 декабря. На продажу выставлены здания и помещения на улицах Красина, 4-й пятилетки, Деповской, Чернышевского, Октябрьском проспекте, улицах Менделеева, Некрасова, Карла Либкнехта и других. Самую крупную сумму в ходе декабрьских аукционов городские власти планируют выручить 15 декабря от продажи комплекса из 5 нежилых зданий на Производственной, 25. Общая площадь объекта более 500 квадратных метров, размер земельного участка более 8 тысяч квадратов. Стартовая цена лота 63 миллиона 800 тысяч рублей. Также в этот день будут проданы здания и помещения на улице Воровского, в Радужном, в Порошино, на улице Пугачева и других. Всего за декабрь город рассчитывает заработать на муниципальном имуществе более 170 миллионов рублей. Подать заявки на участие в аукционах можно до 27 ноября, 4 и 11 декабря соответственно. Дайджест недвижимости. Более 2 месяцев без горячей воды и частично без отопления вынуждены жить собственники квартир в одном из домов поселка Ганино. Жители дома по центральной 15/1 не могут добиться помощи ни от управляющей компании, ни от администрации города, сообщает пресс-служба регионального отделения ОНФ. В прошлом месяце собственникам пояснили, что в их доме ремонтируют водяной подогреватель горячего водоснабжения, а управляющей компании рекомендовано ускорить работы. Однако с тех пор мало что изменилось. Хотя в мэрии жильцов заверили, что отопление в их доме подключили еще в сентябре. Разыскать управляющую компанию не получилось ни у жильцов, ни у активистов Народного фронта. По указанному в квитанциях адресу никто не работает. Дверь офиса закрыта и завалена мусором, на телефонные звонки не отвечают. Жители полагают, что организация накопила большие долги перед ресурсно-снабжающими компаниями. Сменила название и адрес. Рекотделение ОНФ намерено обратиться в мэрию, чтобы там взяли дом на особый контроль, а также инициировать лишение управляющей компании лицензии через госжилинспекцию. Дайджест недвижимости. Ипотечные заемщики в России стали чаще продавать жилье в счет погашения долга. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на исследование коллекторской компании «Кит Финанс Капитал». В этом году 45% проблемных ипотечных заемщиков пытались продать квартиру, чтобы расплатиться с банком, не дожидаясь суда. В прошлом году данный показатель составлял 40%, поясняет издание. Соответственно, в этом году 55% долгов по ипотеке взыскивалось через суд, а в 2016 году 60%. Динамика связана со стагнацией цен на вторичном рынке недвижимости. Ипотечные квартиры продолжают дешеветь, а их продавцы опасаются потерять на дисконте значительную сумму. Кроме того, заемщикам невыгодно тратить время и средства на судебные споры о квартирах с банками. Заседания могут длиться несколько лет, а издержки на адвокатов при ипотечных разбирательствах, например, в Москве, будут стоить в среднем 200 тысяч рублей. На этом все. В студии работала Анна Лапшина. Дайджест недвижимости.